Сейчас мне по работе нужно. Не, ну я же не могу сказать, это Валера, он в Киеве. Да, я в Киеве, сейчас, секундочку, там пацаны звонят, номер заканчивается 22255. Смотри, вот видишь, вот над нами вот нарисована, да, девочка. Да. Вот она типа с нами идет. Идем дальше. Видишь? Ты видишь, Маш, не фотографируешь? Видео снимаю, конечно. Сильно себе снимаю фотографию, да? Обратите внимание, Валера в белой футболке. То, что в Киеве, понимаешь, Валера, это, в принципе, не достопримечательность. А вот белая футболка с надписью. С надписью гораздо больше играет роль, чем то, что он в Киеве. Что там посносили все? Валера интересуется, что у нас там посносили все. Это почему? Нет, здания, какие-то заборы одни. Одна разруха. Ну, и заборов понастроили хоть. Про войну кино снимали. Зданий, заборов, конечно. Теперь смотри, как классно можно снимать. Смотри, смотри. Вот ты выходишь сюда, теперь смотри. Сейчас. Сейчас тебе покажу, смотри. Опа. Смотри. Это Валера на качеле катается. Лиза на экране. Очень важный момент. Вот на этом кадре. Это Михаила Булгакова? На этом кадре хорошо видно, что у Валеры белая футболка. Очень важный кадр. Вот. А вот. Давай посмотрим, Валера, что ты там видишь. Это же памятник Михаилу Булгакову. Он был ниже, там. Давай вот сядем рядом. Давай сядем рядом с ним. Рядом с бубликом. Извините, Михаил. Извините, мы просто. Скажите, Михаил, что вы думаете о том, что, во-первых, у вас полирован нос, а во-вторых, то, что Валера белая футболка. Молчит. Молчит. Причем очень загадочно. Пустотелый. Но вы пока здесь подумайте. Мы пойдем. Может, рифма какая интересная проскочит. Такой же не поэт. Почему тут рифма? А он что, не поэт? Нет. А, ну так. Валера заценивает фото с Булгаковым. Это много значит. Да. Все в той же белой футболке. Белая футболочка, надпись, все на месте. Вот он. Да, не, но самое главное, где мы находимся, смотри. Где мы находимся? Мы находимся, это метрополитен, это будущая отреставрированная станция Героев Днепра, которая по своему дизайну и необычной архитектуре, я думаю, да, затмит одни из лучших станций Лондона и Нью-Йорка. Да, ты я просто уверен в этом. Просто сейчас этот стиль неохайтегни, я думаю, он будет еще дополнен какими-то полосатыми ленточками бело-красными. Ладно, слушай, идем на кровь, все. Пойдем смотреть. Нет, слушай, мы тут смотреть не будем, тут снимать неинтересно. Может быть, не закон. И вот сейчас Валера едет одну станцию метро. И мы это фиксируем. Прибытие станции не видно. Ты видишь, она в кадре сейчас будет, да, станция. Да, 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 да.
вот, я вижу. Тихо. Вот она, прибытие на станцию метро. Да. Крути. Да, вообще, мне так супер. Нравится вот это движение в окна. Супер. А потом заходит цены. И такие, опа, сейчас будут красивые девочки заходить. Сейчас вижу. Ну-ка, раз. Дверь зачиняется. Каша, the doors are closing. Да. Доступно. Как тебе освещение? Прекрасно. Не понятно, что это слово. Понятно, смотри. Да. Надо именно что-то зачерпнуть. Сейчас впереди ступеньки будут. Осторожно. Смотри, опа. Олег, ты согласись. Да, это супер. Это просто божественно. Смотри, просто вот. Поход на метро. Я в восторге. Это настоящее метро. Настоящее, да. Ты под ноги смотри, слышишь, ты настоящее метро. Тихо, мы сейчас шли, я просто боялся снимать, потому что было капец как неудобно. Можно было кого-то сбить. Да, вот так теперь. Девушка, держим руки, вторую девушку. Затопчем. Это была девушка. Да я вижу, как видишь, они же не знают, что мы снимаем всего. Пускай не думают, что мы снимаем. Валера, скажи еще раз, как ни хрена себе. Вау. Зацени. Блин, у меня аккумулятор садится, надо зайти зарядиться где-то. Тихо. Это обязательный кадр. Самый большой прикол в метро – это снимать снимающего видео чувака. А если бы сейчас кто-то снимал нас, то это было бы вообще капец как круто. Смотри, Валера, если бы она здесь сейчас вышла, то она вышла бы невысоко. Она вышла вот там. Вот это тоже круто. Алло. Чего ты не знаешь? Зачем меня пугаешь? Были на институтской, там еще Валера, комментируй сюда. Да, нет, как раз я тебя здесь не прокомментирую, потому что я плохо знаю все эти места. Поэтому без комментариев. Подожди, где ты?